Погнали изучать карту, погнали изучать валун. Итак, это картошка-валун. Сейчас меня поджарят. Если находиться на боку, то он, в принципе, катится норм. Очень мало ложек. У меня так, троянский конь. Что же он делает-то? Что ты делаешь, собака? Он все равно быстрее меня доедет, но потому что он круглый. А я какой-то неопределившийся. Каждую секунду меняю просто свою форму. Кстати, чем-то похож на меня. Я постоянно что-то новое, постоянно что-то меняю. Постоянно у меня меняется настроение. Старое надоедает, новое хочется. Потом новое надоедает, хочется еще более новое. Ты упал! Лохун! 2 хп представляет. Соло мои всем, друзья, с вами 2 хп, и мы снова зашли в Rock of Ages Make and Break. А зашли мы и вернулись сюда, потому что вышло обновление 1.07, которое добавляет валун картошку. Также в этом обновлении добавляют какой-то из старого Rock of Ages красящий валун, но я, если честно, такого не видел, не знаю. Постараемся сегодня посмотреть и на тот, и на тот. Давайте, погнали. Билд, кстати, вот, 9.6.7.00. Так, нам нужно разрушать. Мы проходили кампанию, не допроходили ее, потому что так получилось. 58 звезд у меня, нихера себе. Так мы сейчас откроем, короче, не один, а второй валун. И один, и второй. Говорилось, что картошку открывают на карте за 15 звездочек. Нам только нужно найти... Это вот он? Я прям так сразу нашел? Да ладно! Горячая картошка! Покупаю. Лучший способ избавиться от этой картошки — врезаться ею в ворота врага. Так, ну хорошо. Ну тогда сегодня будем потихоньку продолжать проходить... Что это было? Продолжать проходить кампанию и... только уже за картошку. Будем тестить валун. Я бы, конечно... Не, давай я сначала найду второй валун. Потому что, чтобы у меня был выбор, либо я буду играть за красящий валун, либо я буду играть за картошущий валун. Это что такое? Это ворота, которые дают золото или что-то типа того. Так, это куплено. Это очень дорого. Это 2 хп себе пока не может. Это край мира. Вот он! Наверное, это он. Красящий валун, действительно. Тоже покупаю. Оставляет след краски, на котором не могут быть построены юниты, след распадается на незапой. Так, то же самое делает и... какой он там? Лавовый валун? Или дёготевый валун? Или... Да что ж там черное такое он оставляет? Ну, короче, ты понял. Короче, ты меня понял. Так, на какой кампании мы остановились? Это типа мы прошли? Это мы прошли? Вот. Мы можем открыть вот эту кампанию. Это был босс? Да? Мы сражались против... Человека да Винчи. Давай открывать следующую кампанию. Сейчас будет мультик, наверное. Смотрим. Да. Ла-Манш война. Ла-Манш это, по-моему, залив, если я ничего не путаю. Соскучился по Rock of Ages. И я тоже немножко. Ну вот, как раз и немножечко вспомним, немножечко поиграем. Ух ты, ё-моё. По-моему, силы немножко неравны были. Мы убили целый оравый кораблей. Один маленький какую-то рыболовную шлюпку жалкую. Ух, это что такое? Что это? Вы видели, что такое? Это же юбка. Это юбка? Что это такое? Платье? Да, это юбка. Это определенно была юбка. А это верхняя часть юбки. Так, это какая-то королева, отвечаю. Отвечаю, это какая-то королева, типа... типа Екатерина Вторая. Елизавета Английская. Чего? А была не английская Елизавета? Французская была еще? Окей. Играем против Елизаветы Английской. Продолжаем изучать историю посредством Rock of Ages, потому что просто так изучать историю очень скучно. Так, давай смотреть, давай вспомню немножечко. Как обычно, пока мы играем без камеры, потому что, чтобы не закрывало всю нам красоту собственной игры. Вот, у меня последний два валуна, красящий валун и картошка. Оставляя след краски, на котором не могут быть построены юниты, след быстро распадается на... неиспользованных клетках. Ага. А картошка просто типа... Окей, просто картошка.
Они очень быстро строятся, кстати, относительно вот обычного камня веков. Очень быстро строятся. Но, наверное, сначала посмотрим картошку. Что он там по скорости? Он, кстати... он же картошка! Ну, то есть он будет не круглый, он будет овальный, картошечкообразный. Скорость маленькая, хп тоже мало, урон 200, урон 230. И вес 80. Ну, давай, хорошо. Не знаю, какие юниты брать. Надо сначала, конечно, на карту лучше посмотреть. Но ой, какая музыка классная. Но определенно я возьму, как обычно, вот... Да, хочу. Подожди. Не понял. А без них могу? Нельзя. Прикинь, нельзя. Я понял тебя. Так, хорошо, тогда будут улучшенные стены. Обязательно возьмем денежку. Кто у нас там еще классный? Кто классный? Кто классный? Кто? Ты классный. Тебя тоже можно улучшить? Нет. Вот этого не было, кстати. Оно как-то по-другому это отображалось. Требуще это нет. Запустите троянского коня на территорию противника и займите часть его поля боя. Ух, нихера себе. Вот тут прикольно. Пружинную ловушку. Ну и давай троянского коня, давай. Посмотрим, что он из себя представляет. Я готов, погнали. Так, ну давайте вспоминать, что тут и как делать. Это значит... вражеская, по которой покачусь, по которой... Не, подожди. Моя, это моя, по которой покачусь, покатится он. Соответственно, не знаю, что делает троянский конь, но давай его где-нибудь на повороте здесь поставлю. Вот он будет стоять здесь, и что-то он явно будет хорошее делать. И вот здесь два будет стоять, все. Нужно ставить обязательно золото. Где у меня там они? Вот здесь вот, раз. А вот здесь два. И вот здесь будет три. Так, перед конями я тогда буду ставить немножко стен. Он же не будет так объезжать, поэтому буду немножко экономить. Так, хорошо. Вот здесь тоже нужны стены. А что ты не ставишься? Алло, конь. А где конь? Он прискочит потом, я надеюсь. Так, здесь будет буйвол. Здесь будет буйвол. Здесь будет немножечко стены. Стены нужно уже не хватает денег. Ну-ка, дай-ка мне золото. Где-то видел, вот оно. Оп, хорошо. Уже? Я? Погнали. Погнали изучать карту, погнали изучать валун. Итак, это картошка-валун. Ну, если, в принципе, на боку находиться... Опа, не попал в меня. Ой, попал в меня. Сейчас меня поджарят. Если находиться на боку, то он, в принципе, катится норм. Вот здесь можно это все дело объехать и как бы без конфликтов... Ай! Тихо. И без конфликтов это все дело порешить. Очень мало ложек. У меня так, троянский конь. Что же он делает-то? Что ты делаешь, собака? Займите территорию противника. Нахер мне ее занимать? Чтобы он... Иди нахер. Чтобы он просто ничего не мог построить. Тупо. Ой. Подожди. Господи, как жестко сразу. Нужно было сначала, не знаю, поиграть. Не стреляйте в меня! Ах вы твари. Убей его! И его убей! В следующий раз мне это поможет. Погнали дальше. Так, что там происходит? Там комп завис. Что? Кто это? Кто в меня стреляет? Кто в меня стреляет? Дирижопли? Могу я тебя убить? Стой! Блин, я до него не допрыгиваю, ты прикинь? Я знаю, что не в том направлении. Хорош! Вот ты красавчик. Все, погнали дальше. Так, тихо, спокойно. Вот здесь будем слева проезжать. Там слон надо притормозить. Тихо, даже не вижу нифига. Вижу, все, хорошо. Он врезался. Все, и я тоже разгоняюсь. Меня немножко промсали, но я наношу, больше урона, чем он. Немножечко. Самую милипуху. Так, что случилось? Троянский конь, и теперь все. Теперь я здесь вообще ничего не могу ставить. Охеренная просто способность. Самое лучшее в мире. Так, он убил моего буйвола? Охерел, что ли, совсем? Так. Опа. That's mine. Держи. Немножко что-то не допер я, как работает конь. Ну и мне, собственно говоря, времени нету разбираться, как он работает. Я просто буду ставить кучу буйволов. Старая, известная стратегия. Ну, что?
что хочешь. Вот. Так. Так, здесь, наверное, не... А, уже, уже, не, тогда стоит. Тогда, наверное... Смотри! Надо ехать, я еще не потратился, подожди. О, ты здесь встрянешь, я тебе отвечаю, ты здесь встрянешь, я тебе отвечаю, ты здесь встрянешь. Ты у меня тут получишь. Все, погнали! А почему у меня картошка светится, что с ней не то? Потому что она волшебная, потому что я, типа... Потому что она живая? Пушки он, кстати, тупо поставил, они просто не попадают в меня. Нет, 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 спокойно, 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 спокойно. Перепрыгну. В смысле? Так, секундос, 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 секундос. А, не могу войти, да? Я выйду, если это все просто. Нет, тогда не буду. Что-то у меня аж начало, погон, столько ловушек поставил, что у меня начинает немножечко все это дело лагать. Ух, я прям в пекло сейчас запрыгну. Нормально, 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 нормально. Терпимо. Но меня уже немножечко... Откуда на мне появляются эти шрамы? Как будто меня с картофелей чисткой обгромсали. Я не видел здесь никакой картофелей чистки. Здесь просто, ну, пушки какие-то... Уйди нахер с моей экрана! Эти дирижопли. О, я сейчас умру! Надо быстрей! Ну, конечно. Да не, ну картошка это какой-то стрёмный валун. Ладно, тогда у меня есть... У меня есть облачко. Он уже здесь, он уже здесь. Облачко давай! Облачко давай! Конечно! Нет, картошка, наверное, под какой-то... Особый случай надо оставить. Вот я еще поставлю, кстати, одну. А тебя что, ни один не остановил мой бык? Вот здесь тоже будет стоять. Я тебе отвечаю. О, я уже могу ехать. Она быстро строится. Вот в чем ее прикол. Она очень быстро строится. Сейчас, 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 сейчас. Секунду, секунду. Подожди. Вот. Нормально. Нормально. Аккуратненько едем. Аккуратненько. Я уже все ловушки знаю. В чем проблема? Что это за часы такие? Песочные. Это он показывает, когда мои ловушки построятся. Нахер мне это надо? Мне сейчас эта информация вообще ни к чему. Ну, кстати, я еду, а он нет. Так, аккуратненько. Опа. Это дело мы перепрыгиваем практически. Без урона. Так, едем, едем, едем. Мне кажется, картошка как-то странно крутится. Опа, денежку подобрал. Мамки набрал, деньгу подобрал. Ай! Ну, зачем? Давай. Давай, он точно, он сегодня не доедет. Я говорю, у меня там столько буйволов стоит. Вот опять он, кстати, так делает. Вот опять он так делает. Компьютер знает, где я спавнюсь. И где скидывает меня рука, и она скидывает меня... Здесь уже было, у меня уже бомбило на этом моменте. И она меня скидывает на эти крутящиеся штуки. А что я могу поделать? Она меня скидывает на крутящиеся штуки, и меня, соответственно... Это... Скидывает. Уносит. Ай! Очень слабая картошка. Очень слабая картошка. Умри. Говна слон. Нет, 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 нет. Еду, еду. Нормально. Так, опять дирижополь. Опять дирижополь. Объезжаю. Ничего, мне не пойдет. Ничего не знаю. Где я? Где я? Все нормально. Надо доехать. Ну, чуть-чуть осталось-то. Ну, ё-моё. Дай мне быстро карту. Быстро карту мне. Быстро. Оп. Оп. Давай, 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 давай. Бунь. Нет, ну он очень сильный. Круг. Давай его прямо обратно к базе. Я тебе сейчас помогу. О, дурачок. Так, где он появится? Опа. Сразу в тебя. Ну что ты его не тормозишь-то? Все, это слив. Конечно, я уже могу ехать. Но нахер мне это надо? Ну ладно, попробуем. Да, пойдем попробуем. Как-то доковылять этой картофаниной. Не, ну это глупо. И это неинтересный валун. Он какой-то специфичный. Слабый. Ну то есть, что может сделать картошка против... Против пушки. Против слона. Против... Кто там еще у меня? Хорошо, что он гильотин еще не ставил. Гильотин это вообще огонь. Тихо, тормозим, тормозим, тормозим. Вот против взрывных выстрелов. Ну, что может сделать картошка? Я могу, конечно, сломать его, некоторые ловушки. Но пока я их ломаю, у меня вся картошка, она просто в негодность приходит. Так, слоны, вы отдыхаете сегодня? Нет! Хорошо, что когда я падаю, хоть хп не тратится. У меня есть вариант сейчас поиграть второй раз
поиграть за красящий валун. Посмотреть, что он из себя представляет. Потому что, как я уже говорил, я за него не играл. Там было, ну конечно. Там было сказано, что он был во второй части Rock of Ages, а я во вторую как бы не. Как бы не играл. Ты уже доехал, да? Не, нихера, еще нихера. Ну-ка, стой. Не помогает. И вот эта смола не помогает. Ничего что-то не помогает. Давай я здесь поставлю стену. Стена поставиться не успела. Замечательно. Здесь стены нету. Дай стену. Ух, ты только там проезжаешь, что, скотина? Погнали. Просто жду смиренно своей смерти. Никак не могу проехать участок здесь. Ай. Ладно, ладно, сейчас я отыграюсь на красящем балуне. Вон его немножко... Немножко затормозило, но это только время. А, он знаете за кого играет? Он играет за державу. А держава на чем огет? Она делает второй прыжок, по-моему. Нет, нет, это балун ангел делает. Что меня так шарахает-то налево-направо? Дайте я просто ровненько поеду. Я всего лишь картошка. Я всего лишь крахмальный продукт питания. Ну, да, конечно. Неправда, я так не кричу. Что вы врете? У меня не такой песлявый голос. Окей. Coffin Dance на 2 хп. Попробуем еще разок. Итак, окей, я тогда беру другой валун. Я беру красящий валун. Хотя я не думаю, что он тоже какой-то супер мега прочный. Сколько у него хп? 1600, у обычного 2000. Да, он тоже будет отлетать только так. Но! У меня есть идея. Я беру, во-первых, да. Что это такое? Что она делает? Да дай посмотрю, что она делает-то. Что это такое? Дракон ревностно охраняет свое золото и метает огненные шары по ближайшему... Не, зачем? Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не, это не надо. Что у нас еще улучшенное? Смотри, трибушет. Трибушет. До... Гигантский диск, трибушет теперь могут поворачиваться к валунам, находящимся вне досягаемости. Вот так вот. Понял? Стены. Да, тоже. И фейерверки. Во! Короче, расставляем себе... Ага. Я немножко показатели графики снизил, потому что у меня все стояло на ультрах, и это нахер не надо. В такой игре все, чтобы на ультрах было. Так, трибучеты. Трибучеты, 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 трибучеты. Жбуньк. Погнали. Нет, здесь такая стена большая не нужна. Он будет вот заносить. Думаю, вот так. Так, в какую сторону стреляешь? Вот эту, да? А здесь тебя уже будут встречать. Вот здесь, кстати, тебя тоже будут встречать. Вот в эту сторону, да? Соответственно, надо... Тоже немножко затормозить как-нибудь. Вот так. Вот так. Вот так. И фейерверки. Фейерверки, фейерверки, фейерверки. Блин, у меня же... Я забыл совсем свою стратегию. У меня была классная стратегия. Она называлась фейерверки-катапульт. Фейерверки... Не баллисты. Катапульты, да. Фейерверки-катапульты. Все правильно. Так, давай вот здесь еще где-то. Вот так. Вот так. Здесь мы немножко тормозим. Уже денег не хватает. Плохо, плохо, плохо. Ладно, поехали. Итак, валун номер... это что такое? Ты кто? Какой-то шар с водой? Надо больше прыгать. Причем надо больше прыгать... Ай, нет, 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 обратно, 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 обратно. Какой-то неповоротливый чувак. А где здесь было золото? Оно же надолго останется, да? Я сейчас... Сломаю его одну пушку, смотри, сейчас будет красиво. Я не поеду к его воротам, это стратегия. Я ломаю здесь пушку, ломайся. Или это только временно? Блин, временно, а смысл тогда? А толку тогда в этом? Ладно, сломаю тогда все твои ловушки. Просто, ай. Ай. Просто мой...
Как он маневрирует, классно. Он уже доехал. Нет, явно. Явно мне нужно было сначала размяться перед тем, как заходить в Rock of Ages. Уже что-то строит, скотина. Не надо! Как ты так успеваешь? Ты же только что еще играл за валун. Он только что доехал, он уже успел воткнуть мне слона. Зачем ты втыкаешь мне слона? Не надо мне никуда его втыкать. Мне кажется, слип вообще. Ладно, продолжаем нашу стратегию. Не получилось, да? У меня наставил тут всякого говнища. Ну как так-то? Просто будешь утопать тогда в фейерверках, понял? Просто будешь утопать в фейерверках. Их будет... Нет, у них максимум. Есть, у них всего лишь максимум есть. Тогда трибучеты. Будешь утопать в трибучетах. Почему я не могу поставить? Денег не хватило. Погнали. В чем прикол тогда этого валуна? Вообще не понимаю. Давай я попробую доехать им. Это будет очень сложно. Или подожди, остаются все-таки следы на следующий раунд. Смотри, сколько там вот этого красного. Он же теперь там ничего не может строить, да? Зато он может строить теперь здесь. Да ты так сильно прыгаешь, что я понял, что это такое? Как это работает? Здесь каждый валун, я чё просто понял, здесь каждый валун для конкретной какой-то ситуации хорош. В том числе и этот. Как ты так спустил этот стрелял, скажи мне, пожалуйста. В том числе и красящий валун. Только я еще не понял, для какой конкретной ситуации он станет хорош. Он врезался второй раз, да? Классно. А, не надо строить, не надо, не надо. Еще там мне здесь. Убью слона. Убью слона. Не докачусь, но просто убью слона. Так, хорош. Едем дальше. Ай, не надо. Все. И не помогло то, что я его тут накрасил. Нужно тогда красить, не знаю, всю карту. А то получается, что, типа, я вначале... Сейчас я посмотрю, подожди. Да нет, вот то, что я красил здесь, очень странно. А, нет, подожди, где моя? Ну-ка, дай, покажи мою. Вот, все тут чисто у него. Как это работает, вообще не понимаю. Погнали. Надо хотя бы разок доехать. Как я графон-то сильно снизил? Нет, надо будет хотя бы со средних на высокие. А что за валун у него? А, это надувной валун. Окей. Подожди, а как у него так получается, что он тремя разными валунами едет в меня? И у него столько разновидностей ловушек. У меня там, понимаешь ли, всего... То есть валун занимает два слота, чтобы ты понял. Ай-яй-яй. Там слотов типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То ли восемь, то ли семь. Соответственно, если ты берешь два уже валуна себе, у тебя остается слота три под разные... Под разные ловушки. Ой, я почти доехал, да ладно. Да я доеду, я доеду, я доеду, я доеду. Еду, еду, я доеду. Давай. Прыжок у меня таращит как, а? Ну и урон у него, конечно, никакущий. Конечно, никакущий. Так, давай, у меня тут денежки накопилось. Давай я тебе понаставлю сейчас еще. Просто на рандоме. Нельзя на рандоме ставить. Жалко. Так, вот сюда. Здесь еще денежка. А есть лимит по трибучетам? Есть тоже лимит по трибучетам, но он нормальный. Денюшка. Денюшка. Просто охереешь от количества ловушек, которые я тебе поставлю. Я готов ехать. У меня все готово. Я, конечно, тоже этот раунд слил. Но, по крайней мере, мы посмотрели с вами, что за валуны. Что они себе представляют, я не знаю. В каком случае будет полезен тот или иной. Но я поехал. На какой карте или в какой конкретной ситуации? Не, ну вот опять же вижу, покрашено, что здесь. Он не может ставить. Но мне тогда нужно в самом начале игры очень много поездить. Да куда тебя так подкидывает-то? Я так не прыгал сильно. Жуть. Вот, нужно в самом начале игры максимально ему все... прокрасить,
так чтобы у него осталось меньше места на поставление ловушек. Но и то это, я смотрю, не особо-то помогает. Получается так, что он ставит... Но вот здесь он уже не ставит, да, потому что я здесь типа ехал. Не знаю, не знаю. Не буду тебя трогать, я не в жопу. Едет он еще как-то странно, у него... Ай! У него инерция такая стрёмная, ну типа ты разгоняешься, и он начинает вибрировать. И пока он вибрирует, ты хер остановишься вообще. В какую сторону ехал? Сюда? Наверное? Нет? Ну, конечно. Возможно, он хорош в каком-нибудь другом режиме. Компания у нас не получилось пройти, но да хер с ней. Ну-ка, давай мне главное меню. Сейчас, подожди, я настройки верну, потому что ну, средний это совсем, конечно, ужас. Высокий. Вот. Ну что я там этим луном могу сделать? Ломаешь юнит испытания, защитить свой замок, использовать свою оборону, умом как можно быстрее двигаться за замок противника. Нет, это херовое испытание, мне не нравится. Это на скорость. А это на точность. Ну вот давай на точность попробую. Он вроде как прыгает хорошо. Может он в этом будет хорош? Так. А мы и то, да? Ну давай сначала картошку. Куда? Где? Что? Так, против нас железный валун, хорошо. Нам главное на бачок упасть. И будем катиться как по маслу. А картошка по маслу, как ты знаешь... Ай, уже не попал. Мне кажется, уже слив. Мне кажется, я уже проиграл. Ну же, как картошкой? Как картошкой неровной можно... остаться на такой кривой поверхности? Он уже вон где. А я все не могу никак... я не могу никак перепрыгнуть. Ладно, здесь можно, кстати, в этом режиме не перепрыгивать, да? Здесь можно просто собирать... эти, как он. Ну, их... Цели, вот эти вот. Ну как так? Не, я просто не размялся, я понял. Мне нужно типа часик сначала перед записью поиграть в Rock of Ages, чтобы размять костюхи, размять руки. Видишь, я даже отсюда выехать не могу. Дайте мне выехать с этой поверхности. Тихо. Опа, хорошо. Прыжок! Спокойно. Прыжок! Спокойно. Прыжок! Спокойно. О, даже цель захватил. Видел? Я могу, кстати, с этими целями даже больше очков набрать, чем он попадет просто в какую-то конкретную дырку. Это проверено. Это так и надо, наверное, делать. Если у тебя валун не быстрый, если валун не круглый, если он херово ездит, и он просто вкусный, как, собственно говоря, мой. Но он попал в самые... Так, а у меня 60. Видишь? Ну, практически. То есть, если я сейчас тупить не буду, если я сейчас не доеду до конца, но соберу очень много... этих мишеней, то вполне вероятно, что я его обгоню. Давай, на бачок. Все, погнали. Вот здесь главное аккуратно, потому что хватит цели мои задевать. Охерел, что ли? Это моя тактика. Едь там к самому финишу, к своим дыркам. Так. Рвет. Окей. Все, здесь цели нету. Здесь аккуратненько. Вон цель вижу. Мишень, в смысле? Мишенька, ты моя. Бунк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош. Все, поехали теперь спокойно. Смотри здесь. Раз, два, три. Отвечаю, я больше наберу, чем она. Он еще... Если он еще и косой и не попадет не в ту дырку, ну, то типа вообще она сама катится. Серьезно, картошка какая-то автоматическая. Она какая-то оптимизирована. Она какая-то автомати... Нет, как она называется-то? Автоматизация. Акклиматизация. Забыл. Ну, короче, сама по себе. Ты понял? Сама по себе картошка. И она, кстати, мне напоминает чем-то яйцо. Ну, когда мы вот за шалтай-болтай играли. Но только яйцо, оно хоть по бокам-то круглое. А здесь картошка даже на бок, когда падаешь, она вот все равно плохо едет. Буньк. Так. Цель вижу. Опа. Кто-то подписался. Отлично. Он чувствует. Он чувствует, мне нужна поддержка, поэтому подписывается на канал. И ты тоже подписывайся, если не подписывайся. Куда я неправильно еду? Куда надо? А, понял. Ну вот смотри, он попал в плохую дырку. И 109... Я его догнал. Я сейчас делаю примерно то же самое.
Да, аккуратненько собираю сейчас мишени. И меня почистили. Это просто на превьюшку был момент, чтобы забрать эту картошку. Потому что она классная. О, так, тихо. Здесь вообще не торопимся. Я понял, за картошку не надо торопиться. Как, собственно, за этот красящий валун? Здесь-то красящий валун вообще нихера не поможет. Ай-яй-яй. Тихо. Типа, зачем здесь красить? Здесь нужно быстро. То есть красящий валун все-таки будет полезен в обычной игре. Но, как показала практика, вот сейчас моя 2-хпшная. Ну, у меня не получилось с ним нормально поиграть. Он мне ничего не сделал вообще. Никакого смысла в нем не было. Да куда ты хочешь-то, ладно. Не будем возвращаться назад, поехали вперед, там больше мишеней. Больше вперед, больше мишеней. Больше вперед, больше мишеней. Хорошо. Вон сколько, смотри. Тормозям. Жбуньк. Вообще это мольберты, а не мишени. Ну типа, штуки, на которых рисуют, на которых холст держится. Так, мне туда спасибо же сказали. А то я уже немножечко заблудился. Так. Слушай, ну я явно больше наберу. Я все мишени сбил. У картошки, кстати, еще есть усы. Ну вообще, у картошки есть такие, типа, отростки. И они вполне могут походить на усы, если они будут расти в определенном месте. 340, немножечко, 10 не хватило, ты понял? Так, ну хорошо, и мне остается, наверное... давай разрушать жирная компания. За красящий валун. Защитите ресурсами. А это защита замка, здесь я вообще не езжу. Ну, ладно. Ну давай я попробую за красящий валун поездить. А вдруг что получится? Вдруг он как-то ведет себя с другими настройками графики по-другому. И сейчас проверим. Мы, собственно, зашли сегодня, чтобы не кампанию проходить, а чтобы немножко посмотреть, как ведут себя новые валуны. И почему же? Потому что они написали в обновляхе, что типа «Народ просил вернуть красящий валун, нахер он вам нужен?» Что в нем такого классного? Ну, раз его просили вернуть, значит он классный? Значит он в чем-то хорош? Ну, я как сказал, он явно не для этого режима, но вдруг, чем черт не шутит. Я тоже буду мишени собирать. Я уже тебе не картошка. Я уже... Ну, я не знаю, что такое. Это шар с водой. Или презерватив, я не знаю. Или грелка. О, почему мишень-то не собираю? Подожди. Вон, вижу мишень. Все, я не тороплюсь. Он все равно быстрее меня доедет, но потому что он круглый. А я какой-то неопределившийся. Каждую секунду меняю просто свою форму. Он, кстати, чем-то похож на меня. У меня тоже, я постоянно что-то новое, постоянно что-то меняю, постоянно у меня меняется настроение, постоянно что хочется, что старое надоедает, новое хочется, потом новое надоедает, хочется еще более новое. Ты упал! Лохун! Ты просто лохун, понял? Вот. Езди по моим соплям. Так, мишенька раз. Мишенька два. Может, я даже, кстати, доеду. Потому что вот он. А вот я. Ах, собака мишень мою задел. Ладно, вот это моя будет. Все, еду. Сконцентрировались теперь на финише. Это нужно перепрыгнуть. Здесь нужно затормозить. Здесь нужно взять две мишени. Раз. Ладно, одной достаточно будет. Все, я первый. Сквозь мишени. Ой, он упал. Все, я тогда не тороплюсь. Концерт закончится, напьюсь. Раз, два, три. Оп. В четверку. Ну, тройка тоже нормально. Вот так, понял? Вот так вот, 390. Соснула. Екатерина английская. Да? Она же, да? Ну да. Так, окей. Во втором раунде можно тоже особо-то не напрягаться, но надо все-таки повнимательнее поездить. А в третьем, если я второй проеду так, как третий... что? В смысле... О, да ладно. Да я тоже не взял, да что ты будешь делать? Я говорю, если я второй проеду как первый, то в третьем смогу уже... Реально немножко релаксануть, немножко флексануть. Да хватит собирать мои простые мишени. Собирай он сложные, говорю, по углам распиханы. Вот, то в третьем можно ничего не делать, потому что я уже и так выиграю. Мои мишени.
собака. Почему нет вала у нас собаки? Я, в принципе, поиграл бы с такой. Он все мишени собрал, не, ну это херово. Вот сейчас ему не надо спуска давать. Моя мишень. Моя мишень. Моя мишень. Какое-то итальянское слово. Моя мишень. Или французская. Моя мишень. Да нам в дырку не попасть. Хорош. Мой. Ладно, этот мой. Ваза тоже моя. Обойдешься. Слишком красивая ваза, чтобы ее разбивал. Все, собираю вот эти три мишени и концентрируюсь на попадании в дырку. Главное, чтобы он сейчас тупанул. Ладно, я разгонюсь. Я буду быстрее. Нет. Я первый. Ну кто? Мы же летели одновременно. 480. А, это мой 480. Ну нормально. Ну ладно, не проехал я второй как первый. Соответственно, в третьем надо тоже... Надо тоже напрягаться. Но это выигрыш в любом случае. Все, иди в жопу. Я первый еду, все мишени мои. Вот зараза, какой агрессивный валун. Ты только посмотри. Буду срезать. Углы, края. Буньк. Даже в каких-то моментах мне кажется, что мой валун может быстрее разогнаться, потому что он... Ну, потому что он так вибрирует, потому что его начинает херачить и... Не знаю, разгоняет ли это быстрее и как физика работает вообще в этой игре. Но вполне возможно, что да. А может и нет, я хер знает. Вот если бы был валун... Бунь. Который заставлял... Ну вот, типа, он за мной едет, я оставляю там лужу, подпрыгнув. Только не надо дырку, пожалуйста. Вот. Вот, я оставляю, типа, лужу, и он на этой луже тормозит, или его, наоборот, типа, проскальзывает, что он не успевает затормозить и падает в пропасть, или вот что-то типа того. Вот, было бы здорово. Ну, то есть, то это был конкретно валун для вот этих видов испытаний, когда нужно проехать быстрее другого и мешать. А то тут вроде такого валуна-то и нет, который мешает другим своими свойствами. Ну, я просрал. Мишени уже нет. Ну, в смысле, я просрал раунд, но не просрал игру. А ты как думал? 2 хп выиграл, 640 очков. Ну, вот, запомните в игру 6 или 5x и выиграете матч. Ну, я, собственно говоря, на одну звездочку прошел. Норм. Вот такое вот обновление. Вот такие вот валуны. Это Шалтай болтает, я проходил, кстати. Прям на 3 звезды. Вот. Так что, если хотите дальше, чтобы я проходил, нужно немножечко залайкать эту серию, немножечко засмотреть, чтобы было нормально активности на этом видосе, там поделиться с друзьями и всякое такое подобное. Так что, такие дела. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видео. Счастливо!